Семейные фото Сергея Лазарева с детьми не часто появляются в сети, но артист решил сделать исключение. Певец впервые показал двухлетнюю дочь возле елки, наряженной к Новому году. Новый пост на странице Сергея Лазарева был посвящен подготовке к новому рабочему сезону. Как оказалось, у музыканта довольно плотный график. Записи программ для ТВ, фотосессии, корпоративы. Но во всей этой суете очень важно уделять много времени семье и дому. Говорилось в подписи. Фанатов больше привлекли не пожелания кумира, а его совместный снимок с 6-летним сыном Никитой и 2-летней дочерью Анной. Как отметили комментаторы, наследник чрезвычайно похож на своего звездного родителя. Сам Лазарев долгие годы скрывал факт их рождения, поскольку боялся излишнего внимания прессы. Позднее артист признался, что с облегчением выдохнул, когда впервые появился на публике с сыном. При этом финалист конкурса Евровидения до сих пор не говорит, кто именно является мамой его детей. Биологической матерью, как Никиты, так и Анны, Лазаревых является одна и та же женщина, хотя певец воспользовался услугами суррогатного материнства.